завершился еще один турнир по холдуму. 1100 условных единиц, двухдневный, 186 входов. Победитель Александр Зубов, Алекзас. Каково это — выиграть свою первую пику? Это просто восхитительно, на самом деле. У меня даже вот слов на самом деле нету. Я очень долго к этому шел. Я просто реально вообще даже не верю, что это происходит сейчас. Мне кажется, что это просто сон. Невероятные эмоции. Я просто в шоке. Спасибо всем моим друзьям, которые поддерживали меня. Спасибо всем. Всем передаю привет. Жене, маме, папе, всем. Всех очень сильно люблю. Завтра уже буду. Поэтому отдельный респект всем зарядчикам, всем, кто предрекал эту победу, предсказывал. Я реально очень сильно, на самом деле, доволен и очень сильно рад, как все это закончилось. Если не ошибаюсь, ты больше своей карьеры уделяешь онлайну. Да. И вот давай сравним победу в онлайне, наверное, даже с большими призовыми, да, и победа в офлайне. Неужели прям такая большая разница, да, по эмоциям? В офлайне выигрывать турниры — это просто, ну, во-первых, это даже по онлайну мой best cash, это просто, ну, я реально в шоке, то есть очень крутые эмоции, я реально прям даже в шоке, мне до сих пор даже не верится, хотя прошло уже сколько, минут 10 после победы, но реально это очень крутые эмоции, всем советую выигрывать пики. И давай коротко к покеру, да, чуть, как складывался твой финальный стол, в хедзап, делили, не делили, и про победную руку. Финалка, я вышел одним из самых коротких стеков, наверное. То есть сидел, там что-то удвоился. И потом была такая раздача, ключевая, наверное, в этом турнире. Чип-лидер турнира открылся с баттона. Я на королях подколил на СБ. Большой блайнд поставил all-in, и чип-лидер поставил свой all-in. Я нажал кол, переворачиваю королей. Там девятки, у чип-лидера тузы. Я просто думаю, что происходит, как такое может быть? Всех друзей позвал к себе. Бегом. Падает низкая доска, ну сразу понятно же, кепка, кинг, там все дела, да, король, типа, ну, по-любому должен прийти, ну, как бы, я даже, на самом деле, честно, не сомневался, вот, ну, естественно, как бы, терн, король, все, но после этого я уже понял, что все, ну, уже это, никак не отпустить турнир, но после такого уже должен затаскиваться. Первая победа на ЕПТ, это, наверное, самые любимые три буквы практически любого офлайн игрока. Каково это — играть в казино Сочи, на Покер Старс, на европейском покерном туре в столь непростое время, да, которое творится в мире? На самом деле очень круто, да, это моя вообще мечта, я не знаю, лет 10, наверное, мечтал об этом, чтобы выиграть какой-то трофей или пику, именно вот, ну, короче, я ехал именно за ней и прям... Мечтал о ней, короче. Мечтал теперь мое. Знаете? Да, забирай ее. Как в этой песне? Она заслуженная твоя. Мечтал теперь мое.